Судьба одного из самых крупных долгостроев в областном центре предрешена. Вместо Дворца пионеров на проспекте Строителей появится очередной торговый центр. Долгое время сооружение находилось в частной собственности, и его хозяин не предпринимал никаких мер по реконструкции здания. Теперь у этого объекта есть новый собственник, который в настоящее время проводит обследование несущих конструкций. Мэрии пока не называют точные сроки, как быстро откроется новый торговый центр. Будем, конечно, исходить из-за того, чтобы так уж... И так здесь долго этот проект, этот объект находится в таком состоянии. Поэтому мы действительно будем заинтересованы в быстром вводе этого объекта, для того, чтобы он побыстрее вошел. Потому что нам это тоже интересно.